большой рукодельный привет! Меня зовут Таня, и вы на канале My Home and Cross Stitch Love. Сегодня на моем столе творческий беспорядок. Я спешу показать вам свои готовые работы. Декабрь 2020 был насыщенный событиями. Я много вышивала, у меня было много работы, но я успевала еще и повязать, и кое-что даже сшила. Сегодня обязательно вам все покажу, и хочу начать с прекрасного мышонка. Набор мне этот подарила моя рукодельная подруга Наташа. Это набор от Lucas. Вот такой вот прекраснейший сказочный дизайн. Мышка в прекрасной шапке, в красивом шарфике. Замечательные ботиночки. У нее даже есть варежки, коробка с подарком и леденец в виде петушка. Минимум бэкстича, но вышивать ее было не так уж и легко. Частая замена ниток, немножко я путалась в шапочке, в оттенках, очень похожие оттенки были, и пальтишко тоже вышивалось не так уж и легко. Но я справилась, мышка выглядит здорово, но после того, когда я вышила все крестики и успешно зачеркнула схему маркером, я поняла, что не вижу, где нанесен бэкстич, потому что он был нанесен светло-серым цветом, и я его просто закрасила. Я сначала расстроилась, попыталась поискать в интернете перенабор этой схемы, но не нашла. Думала, если найду перенабор, с помощью саги вышью бэкстич. У меня не получилось найти схему, поэтому я, ориентируясь на превью, вышила реснички у мышки, тут усики были и некоторые детали, выделенные бэкстичем. В принципе, его было немного. Это был набор для изготовления наволочки. В наборе была ткань для задника и молния. Изначально, когда я начала вышивать этого мышонка, я была уверена, что это будет наволочка. Но теперь мне хочется оформить эту замечательную мышку в багет. И просто хочу, чтобы эта картинка украшала мой дом в зимние праздники. Основу я не меняла. 32-го каунта с люрексом. Надеюсь, вам блеск передает такое впечатление, что вокруг этой мышки много-много снега. Вот такая замечательная работа, первый финиш декабря, и я хочу поблагодарить свою подругу за этот замечательный подарок. Я справилась, у меня финиш. Продолжая новогоднюю тему, хочу показать вам оленей, которых я вышила еще в декабре 2019 года. Это такой у меня тайный процесс был. Я не показывала этих оленей даже в Инстаграм еще. Это олени из книги. Сейчас вам покажу, какая здесь в книге задумка и как я буду их оформлять. Книга с замечательными зимними дизайнами. И вот посмотрите, какая красота. Здесь 8 оленей. И вот такой вот Санта в санях с подарками. Я в прошлом году была уверена, что вышью всех оленей, и обязательно у меня они уже будут стоять на камине и украшать камин, и такую создавать сказочную атмосферу. Но я погорячилась, потому что, в принципе, схема несложная, и вышивать было тоже легко оленей, но одно и то же вышивать мне скучно, и я решила, что оставлю на следующий год, на 20-й, и, скорее всего, с начала декабря начну их вышивать, все успею, и будет у меня вот 8 оленей и сани. Но, опять-таки, я вернулась сейчас к ним и решила, что нужно вышить сначала Санта-Клауса. Так как 2 оленя у меня уже есть, нужен Санта, сделать вот такие вот фигурки и просто каждый год добавлять по оленю, а то может быть и по 2, ну как будет настроение, так чтобы за раз всех не вышивать. И у меня есть 2 готовых оленя, они очень красиво выглядят. Здесь вот есть пришитые уже бубенцы, они звенят, и, конечно, очень атмосферные ребята. Они в книге как-то выглядят не так красиво, как в готовом уже виде. Я когда начала вышивать, с каждым крестиком мне нравилось все больше и больше. Мне очень нравится разработка схемы, и несмотря, что местами здесь квадратичнее бэкстич, мне кажется, очень добавляет такой винтажности им даже.
И уже в этом году, в декабре, я начала вышивать сани с Сантой и с подарками. И посмотрите, как это красиво выглядит. Мне очень нравится. Конечно, сани будут не маленькие, фигурки будут большие. Их потом нужно будет сшить, наполнить синтепухом, утяжелитель внизу добавить, чтобы они стояли. В общем, выглядеть будет это очень красиво. Я в этом уверена, потому что, смотря уже на оленей и начатые сани, ну, это выглядит очень красиво. У меня, если честно, даже нет слов, чтобы подобрать и описать вообще всю эту красоту, звенящие бубенцы. Я надеюсь, что скоро вы увидите готовых оленей, они уже будут фигурками, и завершу сани тоже, наверное, на днях, потому что все силы бросила на них и планирую их закончить на этой неделе. А также в мою рукодельную жизнь в декабре ворвалась вышивка бисером, камнями и стразами. Я думаю, вы догадались, о чем я. Я вышила еще одну брошь. Когда я увидела эту новинку от Ella Artis в Instagram, я была уверена, что мне нужно срочно вышить это яблоко. И мне нужна, просто необходима даже, я бы сказала, эта брошь. Это хрустальное яблоко, так называется набор. Набор от Ella Artis вышивается на велюровой основе с нанесенным рисунком. Здесь, конечно, присутствуют невероятные материалы. Они прекрасно блестят, переливаются и создают праздничное настроение. Впервые пришивала подобным способом пайетки. Здесь отдельно вышивается листик, отдельно яблоко, и потом все собирается. Задник вот такой вот, немножко у меня здесь неровно получилось, но тем не менее, как есть, это моя брошь. Вот такая вот красивая брошь. Оставлю ссылку на этого производителя, и там у них очень много разных дизайнов есть. Я уже несколько себе подобрала еще на будущее, но в это яблоко я влюбилась с первого взгляда. Тем более мне очень нравится вышивать броши, потому что это быстрый результат. Я трачу на них один, максимум два вечера, и у меня готовая работа, которую еще и можно носить как аксессуар. Причем еще очень даже в тренде броши сейчас. Можно сделать и подарить кому-то, подруге, маме, и оставить себе. Вот такая замечательная у меня есть брошка. И я вспомнила, что я не показывала вам маячок, который я вышила. Показывала только в Instagram, а здесь нет. Вот у меня появился вот такой вот маячок. Вышила я его, если честно, еще летом. Я его собрала сейчас, добавила кружевца, и теперь украшает мои любимые ножнички. Здесь бисер тоха, тоже красиво блестит и добавляет такой атмосферы на моем рабочем столе. Кроме того, что я вышивала много, я еще и вязала. Я думаю, вы уже заметили эти салфетки на столе. По этой салфеточке на моем канале есть мастер-класс. Оставлю ссылку. Много уже связали таких салфеток девочки по моему мастер-классу. Я показываю фотографии в сторис в своем Instagram. Я решила, что нужно связать еще в красном цвете для сервировки новогоднего стола. Тем более, что вязала их уже я разных цветов. Красных еще не было. Добавила по краю золотую нитку. Очень эффектно выглядит, нитка переливается. Это нитка для вязания от Madeira, покупала я на сайте Черемномыть. Красиво выглядит, очень рада, что нашла ее, что вообще в принципе существует такая нитка, потому что искала я долго, чтобы и блеск был красивый, и толщина подходящая для вязания для этой салфетки. Пока у меня их только две, планирую, чтобы было 4, еще две нужно связать, и потом сделаю сервировку праздничного стола с ними и обязательно тоже покажу вам. Связаны они из хлопковой пряжи, очень эта ниточка мне нравится в эксплуатации, я без проблем стираю эти салфетки, ничего не случается, нитка не линяет.
все прекрасно выглядит и после стирки. Из оформленного у меня есть еще вот такое вот панно. Этот дизайн я вышила в конце 2019-го, оформила только сейчас. И вот вам кусочек моей кухни. Посмотрите, как это красиво выглядит. Мне кажется, получилось очень здорово. В этом дизайне, конечно, есть все. И новогодние украшения, и свечи, и пряники, елки, конфеты. Это французский дизайнер Вероник. Была схема это у меня в книге. И эта часть кухни тоже украшена. Если кто-то помнит, у меня такое панно было с овощами. Тоже от Вероник. А теперь я поменяла его на новогоднее. Продолжаю перемещаться по квартире и показывать свои работы. Из новых вот такой вот малюсенький баннер от Dimensions. Чуть не забыла про него, честное слово. Случайно сейчас зашла в комнату и увидела. Вот такая вот красивая работа. Совсем он небольшой, но такой, знаете, был интересно было его вышивать, как все... в стиле Dimension, скажем так, и схема, и разработка, маленький дизайн, кажется, но тоже был непростой. Сейчас вот он прячет кабель, на стене висит. И тоже моя любимая феечка с елкой. Это работа прошлого года, набор был от Lucas. Вот они вместе теперь красиво выглядят на стене. И дальше здесь комод с моими тоже новыми работами. Сейчас вам подробно о них расскажу. Мой комод теперь тоже в новогоднем декоре. И моя лампа с вышивкой пригодилась. И салфетка вязаная. Еще я решила в декабре попробовать шить кукол в стиле Тильда. Я купила себе несколько книг. В книгах есть лекала, разные идеи, дизайны, разный декор. И я начала с Санта-Клауса. Этот Санта-Клаус, он такой не маленький, достаточно большой. Интересно его было шить. У него очень интересное пальто, такое тоже в стиле пэтчворк. Вот такую я ему бороду сделала из ниток. Колпак у него такой классный, длинный. В общем,
все прекрасно в этом сантике, и я решила идти дальше и сшила вот такого оленя. У оленя еще должны быть рога, еще нужно вышить нос и сделать глазки. Рога у него будут из веточек. Наверное, сегодня уже закончу, в Инстаграм покажу. В общем, выглядят эти игрушки, конечно, очень атмосферно. Мне нравится, что они таких немаленьких размеров, и их, в принципе, легко шить, потому что размер большой. Были бы они, конечно, мелкие, с мелкими деталями, это было бы сложнее. А так как такой хороший внушительный размер игрушки, в общем, очень приятно и интересно их шить. Такую вот шеби ленту добавила в винтажном стиле ему. В общем, классные игрушки, мне очень-очень нравятся. Там в журналах и в книгах очень много разных идей. Мне нравится, что там есть и новогодние тоже разные идеи. В общем, я решила еще несколько сантиков сшить, посмотрим, что у меня получится. И мой проигрыватель, конечно же, это каждый Новый год я достаю этот проигрыватель и слушаю пластинки. Вот такие вот у меня новые друзья есть. Очень мне нравятся, очень дополняют мой интерьер. В общем, надеюсь, что и они вам тоже понравились. Оставляйте лайки и комментарии, мне будет интересно почитать. Также в этом месяце для себя я попробовала вязание вот таких вот новогодних елочных шаров. Купила на Амазоне книгу Арне и Карлоса. У них есть книга с такими вот шарами, там 55 дизайнов. Я связала пока 5, пробовала разную пряжу. Вот этот шарик был первым. Если правильно набивать равномерным наполнителем, они получаются ровными и выглядят, конечно, очень уютно. Моя елка заснеженная, вторая в спальне, она украшена в таком кантри стиле, и эти шары вязаные очень подошли. Тут есть и деревянные игрушки, разные ленты, кружево. Вот такая вот феечка вышита от Dimensions, от волшебной страны, колокольчик и мои шары. На этом все. Я показала вам все свои работы декабря. Я не прощаюсь с вами. Мы увидимся обязательно в новых видео.